Открывать дверь никто не собирается, и так по кругу группа контролеров пытается достучаться до каждого злостного неплательщика. Поэтому бригада на месте выключает счетчики, в надежде, что хотя бы так хозяев можно вытащить. Но даже такие меры не помогают. Этажом выше дверь все же открывают, но это в основном те, кто оплату производит регулярно, либо задолженности по свету не имеют. Что не скажешь про этих жителей, которые задолжали энергетикам больше 18 тысяч рублей. Причем женщина не подозревала об этом и поспешила сделать оплату контролерам, а впредь обещала оплачивать коммунальные услуги регулярно. Зачем лучше все это оплачивать? Нет, коррупция, да? В ходе рейда выявились и те лица, которые вовсе не имеют индивидуальный лицевой счет. Но эту проблему тоже попытались решить, заключая договоры с жителями на месте. Помимо этого, некоторые жильцы умудрились и вытащить счетчики из коробки, а кто-то и вовсе их не поставил. Завтра мы выезжаем, именно вот такие счетчики, где нет, составляем акт, пригласим с МВД. Мы сегодня вам написали служебную записку. Я понимаю, но мы не имеем права. Рейды по сбору платежей в регионе проводятся ежедневно, днем и вечером. Но плательщики то ли не бывают дома, или нарочно закрывают двери. Хозяев застать не удается даже вечером. С выходом уже в ночное, уже в вечернее время, тоже процентов 90 двери не открывают. Поэтому нам приходится почти ежедневно и днем, и вечером вот проводить эти рейды. Но многие недовольны, что мы вечером вот пришли, а если днем приходим, они на работе, вечером не открывают. А за свет, за газ, за воду платить-то надо. Впрочем, место и время проведения рейда было выбрано не случайно. Дом 7 по улице Кулиева – один из самых проблемных участков в Магасе. Но ограничившись этим районом, бригада не собирается останавливаться. В планах у сборщиков платежей еще немало адресатов в Магасе. Жители в этих домах не открывают двери, не открывают лицевые счета. Дело в том, что сами жители, они квартиросъемщики, хозяева тут не находишь. Ну, кроме того, тут живут и работники правоохранительных органов. К ним у меня убедительная просьба, чтобы они подошли и на свое имя открыли свой счет, хотя бы на имя родственника, чтобы мы не проводили вот на ночь глядя, можно сказать, такие рядовые мероприятия. При этом энергетики все же идут навстречу тем, кто намерен исправить ситуацию. Оплатив хотя бы часть накопившейся суммы, должники смогут избежать дальнейших разбирательств в суде. А с теми, кто в очередной раз проигнорировал просьбы контролеров, энергетики церемониться не станут и будут отключать свет в каждой квартире отдельно. Зелимхан Калоев, Ахмед Горбаков, Новости 24.